Всем доброго дня, друзья мои. Я сегодня прочитала под роликом на своем втором, третьем канале под политической темой, прочитала эту древнеармянскую притчу. И я знаю эту притчу, это рассказывала моя бабушка еще давно. Правда, там немножко так по-другому. Ну, я первоначальный вариант вам расскажу. Так происходит и в жизни, и на политической арене, и в мировой истории. Однажды злая сила пришла на землю и захотела причинить людям зло. Как я уже говорила, собрать с них энергию боли и страданий, и увидела привязанного осла. Подошла к этому ослу, развязала. Осел зашел в чей-то огород, все сожрал, значит, затоптал весь огород. И тут хозяйка дома вышла, увидела эту картину, разозлилась, вынесла винтовку мужа и застрелила осла. Хозяин осла, который весь день искал своего осла, случайно увидел, что в чем-то огороде лежит его осел. Понял, кто это сделал, разозлился. Взял свое, огнестрел свой в руки, Ютуб сейчас цензуру вел, и сделал то же самое с этой женщиной. Муж этой женщины вернулся домой, увидел эту картину, понял, что произошло, пошел хозяину осла и сделал то же самое с ним. Поскольку они жили в разных селениях, то родня этого мужика пришла с войной к их дому. Сожгли им дом, разрушили их имущество и ушли. И тут, узнав, что произошло, родные этой супружеской пары ушли к ним в село, сделали то же самое с их роднёй, сожгли их дома, крушили, уничтожали и вернулись обратно. Поскольку эти два селения находились на границе разных стран, то, узнав об этом, царь одной страны сказал, объявил своему народу, мол, без объявления войны на нас напало соседнее государство. Собрали рать и пришли на эту сторону. Эти тоже собрали рать и сказали, что им нужно защищать свои земли, и пошли навстречу своим врагам. Вот так началась Великая война. Погибло много людей, осиротело много детей, сожгли много деревень и городов. И злая сила, посмотрев на это все, сказала: людям кажется, что для того, чтобы сделать зло, я должна ходить в каждый дом, стучаться в каждую дверь, каждому что-то внушить. Зачем мне это нужно делать? Достаточно выпустить, развязать одного осла, и он все за меня сам сделает. Так вот, наш мир так устроен, что и в семье, и в стране, и на арене мировой политики, если злая сила хочет причинить людям зло, пролить много крови, разорить много селений и деревень, достаточно развязать одного осла. Этот осел сам все сделает. Я думаю, что вы поняли, о чем речь.
К сожалению, в наше время много развязанных ослов. И они свое дело делают. И делают, признаюсь, неплохо. К нашей беде. Вот и сделайте выводы, что злая сила каждому из нас не приходит. Злая сила может причинить зло человечеству с помощью развязанных ослов. Всем удачи!